За прошедшую неделю на территории Белореченского района было зафиксировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в котором один человек погиб, трое получили ранения различной степени тяжести. Сотрудниками роты ДПС по Белореченскому району было зафиксировано 98 нарушений правил дорожного движения. Из них 12 грубых, за которые предусмотрено лишение права на управление транспортными средствами. На дорогах района выявлено 4 водителя в состоянии алкогольного опьянения, 11 нарушений правил дорожного движения пешеходами, 6 нарушений непредоставления преимущества пешеходам автотранспорта, 3 нарушения при перевозке детей. Выявлено 7 нарушений правил дорожного движения по причине выезда на полосу встречного движения. Также было зафиксировано нарушение 6 автомобилей с тонировкой передних стекол.